развод, раздел имения и жизни. Расходятся, как в море корабли, похожие на червяков и слизней, а мыслят, что цари и короли. Какой же был характер у Рахили, у бабки Сары и прабабки Евы? Своим мужьям послушные ли были? Измена не клонила ли их налево? А если бы прознали про развод, эмансипация поутру утираясь, вошли б в такой вираж и в поворот, не назовешь который малость, шалость. Законы Моисея, шариата, феминизации наручники сковали, и это минимальная расплата за обуздание женщины нахальной. Семья в миниатюре государства, где муж — глава, начальник, президент. За кафедру, престол не надо драться. Отдам мне подарил ее мой дед. Неравенство Писание утвердило. Жене послушной и безмолвной быть. Характер непокорства сбрось в могилу. Мужьям же заповедано любить. Процесс бракоразводный, ставший модным, усугубляет бурю и крушение. Исправить дело можем мы сегодня. На беглецов надеть тугой ошейник. Страх Божий — это крепкая узда. Бог сочетал, сковал желавших брака. Измена истирает, как наждак, через суды, убийства или драки. В разводе оставаться одному. Возможность примириться, как награда. Кто не женат, тот не попал в тюрьму. В жар ревности, сравнимый только с адом. 17 июня 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.